किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। Светлана Туласи, Москва. Просто завораживающее действо. Алла, начнем с вас. Спасибо, Сереженька. Света, я как будто побывала в Индии, где я не была, к сожалению, ни разу. Но что касается нашего проекта, я получила сейчас удовольствие. Умничка, красавица, костюм великолепный. Но я не представляю, что ты будешь делать в проекте, в нашем. Дальше. Будет сложно тебе, поэтому я предусмотрительно говорю нет. А может, Слава? Ну, мне очень импонирует эта девушка и то, что она делает, поэтому я скажу да, танцую. Танцуй, есть. Спасибо. Мне тоже очень нравится, поэтому тоже болею за нее. Дмитрий? Света, несмотря на то, что вы кланялись конкретно одному богу танцев, Духовой, и почему-то на других богов, извините, что я вас, Раду Слава, так называю, вы мне понравились. Раду мне тут же сказал, что хочется оказаться в Индии, так мне сказал? Очень хочу. Я в этом году не был, я вот немножко туда перенесся. Мы перенеслись в Индию провести просто. Там много танцоров, да, это я правда. Недавно оттуда. Итак, Дмитрий. Не просто в Индии захотелось оказаться, а когда вы, сидя в начале танца, пригласили к себе, мне захотелось оказаться рядом с... Вот опять, да что ж вы делаете? Дмитрий. Танцуй! Танцуй, конечно! Спасибо. А как может быть иначе? Ну, Раду. Слабо по крампу вдарить? Не мое, честно. Вот про то и речь. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент все очень-очень зыбко и неопределенно. Угу. И я все-таки готов предоставить последний шанс и отправить вас на батл. Но я скажу свое «нет». Хорошо, спасибо. Нет! Так, и что же мы видим, друзья? Два «да», два «нет». Это означает, что решение по конкретному участнику будет принято в конце нашей передачи, когда все члены жюри увидят уже всех заявленных участников и смогут заново проголосовать. Светлана, ну у вас появляется еще один шанс себя показать. Может быть, уже не в Индии, может быть, в каком-то другом жанре. Прислушайтесь к замечаниям, и мы увидим вас в конце сегодняшней программы на батле. Друзья, аплодисменты этой красавице Светлана. Супер!